Как можно выразить свою любовь к ближнему? Как проявить симпатию или привязанность к человеку, если трудно подобрать нужные слова? Конечно, с помощью поцелуя. 6 июля по всему миру празднуется как один из самых романтичных дней в году – День поцелуев. О том, как к такому проявлению чувств относятся тверичане, узнала наш корреспондент. Поцелуй – это свадьба душ, так говорили в древности. Считалось, что в дыхании заключена душа человека, а потому при поцелуе души сливаются воедино. Поцелуй давно уже стал для всего мира культурологическим символом. Первый поцелуй человек обычно получает от любящей матери, а во взрослой жизни свадебный поцелуй закрепляет союз любящих сердец. Поцелуй был символом примирения бывших врагов. Во многих частях света поцелуй веками считался знаком почтения. Поцелуй в щеку, особенно во Франции, символизирует приветствие друзей. Это обязательная составляющая отношений между людьми. Наверное, поцелуй можно назвать одним из самых сокровенных действий человека. А тверичане поделились с нами своими эмоциями, связанными с праздником, и ответили на вопрос, что для них знаменует этот ритуал. Не знаю, чтоб люди целовались чаще, чтоб там, не знаю, в отношениях искорки появлялись. С молодого человека с вокзала иду встречать, да. Он приедет, будем целоваться, он губы накроет. Для чего? Ну, чтобы люди были добрее, чтобы как бы поднимать настроение людям. Ну, классный праздник, конечно, надо и детей целовать, и любимых, и родных, и всех близких людей. Первый раз слышу об этом празднике. Классный праздник. Романтичный, классный. Поцелуи бывают разные. Эскимосы, например, в условиях арктической стужи боятся во время поцелуев отморозить губы. Вместо поцелуя они трутся носами, приветствуя друг друга. На юго-востоке Индии и в Лапландии принято прижиматься носом к щеке своего избранника и при этом сделать глубокий вдох. Африканцы выражают почтение к вождю, целуя землю, по которой он ходил. А еще доказано, настоящий чувственный поцелуй вызывает в мозгу те же химические реакции, что и прыжки с парашютом. Продолжительный поцелуй способен усилить пульс до частоты 100 и более ударов в минуту и повысить уровень гормонов в крови человека настолько, что может продлить его жизнь почти на одну минуту. А еще страстные поцелуи сжигают много калорий. Вместе с тем, по мнению психологов, поцелуй успокаивает нервную систему, предотвращая стрессы. Очевидно, что целоваться не только приятно, но и полезно, причем не только 6 июля.